2 августа в России отмечается славная дата – День воздушно-десантных войск. У нас прошла торжественная линейка, которая посвящена этому празднику. Ребята выносили государственный флаг, выносили флаг воздушно-десантных войск, поднимали его торжественно. Также у нас было показательное выступление именно наших 1-го и 2-го взвода, которые непосредственно принимали участие в этой торжественной линейке. Была такая возможность поднимать флаг Российской Федерации и флаг воздушно-десантных войск на линейке. Множество ребят стоит, на тебя все смотрят, это огромная ответственность и, конечно же, гордость за нашу страну и вообще, в принципе, за этот праздник. Сегодня мы проводили на плац показательное выступление для всего лагеря. Мы показывали рукопашный бой на 16 счетов, бой на 8 счетов с оружием, а также обезвреживание противников, снятие часовых и много другого, чему нас учат в КДГ, корпус десантного гарнизона. Всему этому мы научились за время смены. Десантники – это смелые и храбрые люди, которые не боятся пожертвовать собой, и они отдают себя нашей стране. Это огромная гордость у меня за них в этот праздник, потому что не каждый человек может стать военным. Это нужно иметь очень твердость характера и мужественность. После линейки у нас будут организованы площадки, на которых ребята смогут подойти, сложить парашют, поучаствовать в этом мероприятии, смочь собрать автомат и стать десантниками. Я считаю, что абсолютно все могут увлекаться любыми делами, в том числе и девочки могут увлекаться военным делом, не только мальчики. Сегодня проходит экскурсия по нашему десантному гарнизону, где работают различные площадки, собственно, которые показывают, чему обучают нас за этот 21 день смены. И я поучаствовала на одной из них, собрала и разобрала автомат АК-47. Перед тем, как надеть противогаз, мы должны задержать дыхание и закрыть глаза. Моя станция посвящена противогазам и защите от радиоактивных волн. У нас есть нормативы надевания противогазов, то есть 6-7 секунд – это отлично, 8 секунд – это хорошо, и дальше уже идет удовлетворительно и неудовлетворительно. Настоящий десантник должен уметь собирать свой парашют за 5 минут, прыги с самолета, знать технику прыжка с самолета с парашютом и раскрывание купола. В ситуации, если ему навстречу идут какие-то препятствия, должен от них уйти или спастись от них. Сегодня мы это рассказывали ребятам с других лагерей, с других отрядов и показывали на практике. Много людей, которые приезжают в Орленок, попадают в десантерские отряды, в дальнейшем в жизни хотят стать военными и заняться военным делом. Я поздравляю всех причастных к празднику воздушно-десантных войск. Я поздравляю всех десантников с их профессиональным праздником. Я поздравляю всех причастных к этому празднику. Я поздравляю всех десантников с этим праздником и желаю всего самого-самого хорошего. Слава воздушно-десантным войскам! Слава!